Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Из-за нехватки знаний, жадности или своих финансовых инициатив, многие верующие перестали верить в библейское процветание. Помните, слово «процветание» включает в себя и богатство, и все то, что нельзя купить за деньги. Оно включает в себя крепкое здоровье, покой, хорошую семью. Это настоящее процветание. Однако многие выплеснули ребенка вместе с водой. Моя гостья на основании Писания докажет вам, что Бог желает нашего процветания в каждой сфере нашей жизни. Вы готовы к такому процветанию? Смотрите нашу программу. Это сверхъестественно. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на землю волну исцелений? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Вчера вечером мы встретились с Джоан Хантер за ужином. Она рассказала об одном чуде за другим. Расскажите об одном из недавних ваших чудес. Это было удивительно. Один мужчина вышел вперед и рассказал, что у него удалили часть мышц, отвечающих за вращение руки. Я возложила на него руки. Но не только для того, чтобы ушла боль. Я хотела увидеть одно из созидательных чудес. Я провозгласила появление новых мышц во имя Иисуса, и они появились прямо под моими руками. Это было потрясающе! Он был исцелен! Я помолилась за шею, и она была исцелена! Он ушел полностью исцеленный! Это потрясающе! Сейчас вы смотрите и видите счастливую, довольную Джоан. Но так было не всегда. Джоан знает, что такое жить в нужде. Ее муж был пастором, однако совершил измену и бросил семью. Джоан осталась с детьми, и у нее обнаружили рак. При этом у нее не было денег даже на еду. А вот такое плачевное положение испытывала она в те нелегкие времена. Ниже опускаться было просто некуда. Но, Джоан, я знал ваших родителей и знал их очень хорошо. Ваша мать не была еврейкой, как моя, однако, вела себя как еврейка. Да, все верно. Она могла справиться с чем угодно. Почему же вы просто не позвонили ей и не сказали: «Мама, помоги мне»? Почему не сделали этого? Однажды я взяла телефонную трубку, я помню все, будто это было вчера. Я взяла трубку, но тут ко мне проговорил Бог: «Ты можешь доверять либо им, либо мне. Пора повзрослеть». Я положила трубку, и Бог проявил себя так, что теперь я твердо знала, Бог может обо мне позаботиться. Я верила в это всем сердцем. Можете привести пример? Однажды я пришла домой с работы, еще утром в доме был порядок, теперь же я не понимала, что происходит. Я подошла поближе и поняла, что это 30 или 50 пакетов с продуктами, которые появились неведомо откуда. Там была просто огромная гора. 30 или 50? Да, огромное количество пакетов с товарами. Они не помещались ни в холодильник, ни в кладовку. Там было абсолютно все, даже туалетная бумага и шампунь. Все то, что нужно в доме, где есть дети. Это было невероятное чудо от самого Бога. Если я правильно понял, вы не просили Бога послать вам немного денег.
Это было невероятное чудо. Бог явил себя, Слово Божье говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе». Не моя работа, а Его богатство в славе. Обычно люди надеются на свою работу и рассчитывают на нее. Это не дает Богу излить все остальные благословения. В другом месте Писания сказано: «Благословения Божьи придут и исполнятся на тебе». Мне стали приходить чеки по почте. Один человек написал: «Эту сумму я трачу на еду за 2 недели». После всего того, что вы пережили, вы стремитесь донести до людей, что их источник — это Бог. Да, вот что интересно. В моей жизни был и надрыв, и прорыв. Слова похожи, но разница огромна. Когда-то нам приходилось копаться в мусорных баках. Мы с матерью и моим братом ходили копаться в баках у продуктовых магазинов. Мы откапывали подпорченные фрукты и делали из них фруктовый салат. Я знаю, каково это — быть бедным. В 2000 году моя жизнь перевернулась. Мы потеряли дом, церковь, свой брак. Мы потеряли все. На тот момент я была бедна в физическом мире. Теперь я больше не бедна. Аллилуйя! Слава Богу! Вы учите, что есть пакет льгот, который лучше государственного. Это пакет льгот от Бога. Расскажите, пожалуйста, о нем. Много лет назад мы с родителями отправились в круиз. К нам подошел парень, который жил в соседней каюте, и мы сказали ему: «Нам не хватает вас за завтраками и обедами». Он ответил: «Я мог позволить себе только круиз». Кроме прочего, в стоимость круиза уже входило ежедневное круглосуточное бесплатное питание. Но парень этого не знал, он об этом не читал. Он сел на корабль и всю дорогу питался сухим печеньем, потому что он не вникал в детали. Я хочу, чтобы, встретив меня на небесах, Бог сказал: «Ты пользовалась всеми благами, делилась ими с другими, и люди это видели. Однако многие, придя на небеса, услышат от Бога: у меня было для тебя намного больше, но ты не прочитал об этом в моем слове». Мне очень жаль. Джоан говорит, что многие верующие не знают, как позиционировать себя для Божьих благословений. Поговорим об этом, когда вернемся в студию. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. Это сверхъестественно. Многие люди не понимают значения слова «процветание». Да, оно включает в себя деньги. В этой жизни без денег не обойтись, это правда. Но библейское процветание затрагивает намного больше сфер. Джан, объясните. Писание говорит: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». Здесь не стоит точка. Дальше сказано: «Как преуспевает душа твоя». Это не только финансовые благословения, но и благословения в здоровье, благословения в душе, благословения везде, куда бы вы ни пошли.
Вы говорите, что большинство из нас не знает, как позиционировать себя для библейского процветания. Расскажите об этом. Полностью с этим согласна. Я видела слишком много людей с мышлением бедности. Нам нужно обрести царство вот здесь. Бог любит нас благословлять. Нам же нужно позиционировать себя так, чтобы знать, что Бог желает благословить нас. Он хочет излить свои благословения в каждую сферу нашей жизни. Вы часто используете это слово. Какое место во всем этом уравнении занимает ожидание? Значимое. Это очень и очень важно. Мы должны повысить свой уровень ожидания того, что Бог хочет нас благословить, и Он благословит нас. Помните, Иисус говорил: «По вере вашей да будет вам». Точно так же Он мог бы и сказать: «По вашему ожиданию будет вам». Верно. Кажется, я понимаю это слово лучше, чем слово «вера». По вашему ожиданию, как вы ждете, так понять проще. Слово Божье говорит, что Бог хочет благословить нас на всякое доброе дело. Для этого требуется много финансов. Слово также говорит во всем, что будет делать твоя рука. Финансово, да, но и в других сферах тоже. Бог благословит нас в наших начинаниях, на работе и так далее. В книге Иеремии 29:11 сказано, что у Бога для нас великие планы, чтобы мы процветали и были благословенны. Расскажите мне о других сферах, которые затрагивает процветание. Процветание души, об этом говорит третье послание Иоанна. Бог хочет, чтобы наша душа процветала, а это значит жить с избытком в каждой сфере. Избыток касается не только денег. Это радость, счастье, наслаждение, дети, внуки, наши отношения с людьми. Разум тоже должен процветать. Каждому нужно приобрести ум Христов. Однако нас переполняет смущение из-за сложностей в финансовых делах. Это может привести к головным болям, мигреням и многому другому. Однако Бог хочет вселить покой в наш разум. Долги – это первая причина разводов в Америке. Это очень грустно. Когда вы получаете сверхъестественную свободу от долгов, а это возможно, это даст потрясающий результат в браке. Вы будете спать спокойно. Вы не будете мучиться, как оплатить счета и где взять столько денег. Слава Богу! В Писании сказано: «Богаты на всякое доброе дело». Все это даст покой вашему сердцу. Даже вкус еды улучшится. Принимая пищу в состоянии переживания за финансы и свою жизнь, вы вредите пищеварению. В покое еда будет нести вашему телу здоровье. Стрессы из-за жизненных невзгод, как финансовых, так и других, могут привести к сердечным приступам. Это очень важно. Бог дает покой. Он дает покой разуму. И, конечно же, Бог, Он дает любовь. Он есть любовь. Как это подействует в наших семьях? Как процветание проявляется в семьях? Наши семьи процветают, когда в них есть любовь. В моей семье много любви. Бог любит изливать свою любовь и исцелять взаимоотношения. Если у вас с ребенком сложилась сложная ситуация, Бог хочет все восстановить. Бог хочет восстановить ваше сердце. У меня был синдром разбитого сердца. Я получила от него исцеление. У меня был рак. Я получила исцеление от рака, когда исцелилось мое сердце. После развода у меня было сложное время. Я переживала, по чьей вине это произошло. Но Бог восполнил мои отношения со всеми моими дочками. Бог хочет восстановить семью. Для Него нет невозможного. Доверяйте Богу всегда. Когда я думаю о вас, я думаю о телесном исцелении. Для меня рак —
высокое кровяное давление или диабет – вовсе не признаки процветания. Вы постоянно видите, как люди исцеляются от этих болезней. Да, несколько лет назад у меня были проблемы со щитовидной железой. Она сильно увеличилась. Я сказала: «Бог, во имя Иисуса я провозглашаю совершенно новую щитовидную железу». И все пришло в норму. Однажды моя дочь пошла к врачу, жалуясь на сильную усталость. Тот сказал, что проблема в надпочечниках. Я спросила, где они находятся. Мне сказали: «Над почками». Я поставила большие пальцы на спину дочери и сказала: «Во имя Иисуса, новые надпочечники». Джоан учит, что Бог желает нашего процветания и крепкого здоровья. Желание Бога, чтобы мы не смирялись с болезнями, проблемами в семье, финансовыми проблемами. Однако бывают препятствия. Если вы сможете найти и удалить эти препятствия, вы будете ходить в настоящем библейском процветании. Я скоро к вам вернусь, и мы поговорим об этом. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день, и вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов, едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение. Есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? Изголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть — это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Это сверхъестественно. Джоан, когда вы учите о библейском процветании, когда люди читают ваши книги об этом самом библейском процветании, мне почему-то всегда кажется, будто ваша вера и ожидание чуда от Бога передается другим людям. Это так заразительно, так же, как заразителен грех, и об этом говорит Библия. Вера также заразительна. Я прав? Это очень заразно, очень. Я всегда напоминаю людям, Бог хочет сделать вас примером невероятного богатства, благословения, доброты и всего того, что Он сделал для вас через Иисуса Христа. Бог хочет сделать меня примером всего того, что Он совершил. Поймите это, то, что Он хочет. Он хочет сделать вас примером Божьих благословений и процветания для остальных людей. Он хочет, чтобы у вас была машина, на которой можно
нужно поехать в церковь и не молиться, чтобы она завелась. Он хочет, чтобы вы молились за людей в церкви или где бы то это ни было. Это очень важно и очень заразно. В 2000 году я могла остаться там, где я была, практически на улице. Но я решила пойти. На улице вымощены золотом, как говорит Слово Божье. Аллилуйя! Джоан, происходит не только это. Сверхъестественные проявления того, что деньги тянутся к людям, когда вы делитесь с ними этим словом. Пожалуйста, приведите хотя бы один пример. Одна женщина как-то выписала мне чек. Это было в пятницу вечером. Я сказала: проверьте завтра свои банковские счета. Многие получат сверхъестественные финансы. Эта женщина выписала чек и тут же решила проверить состояние счета. В 8 часов вечера на него поступило $4000. Они пришли как раз в тот момент, когда она выписывала чек на пожертвование. Это потрясающе! Год назад одна женщина тоже совершила пожертвование. Бог любит благословлять наши пожертвования. Чуть позже ее мужу позвонили из одной канадской компании. Они сказали, что у них важный разговор. Большинство из нас сказало бы: мне некогда. Кстати, разговор произошел в 2017 году. Оказалось, что сотрудники проверяли документы 1986 года, когда выяснилось, что в них вкралась ошибка, и компания должна этой семье $6000. Эту сумму перечислили в тот же день. Бумаги 1986 года в канадской компании. Они делали это для Бога, хотя могли бы умолчать об этом. Тем вечером я стала молиться: «Бог, в книге Исаии 45:3 сказано: «Отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства». Бог — это богатство в сфере учения о ранах, стрессах, переживаниях. Может, есть какие-то сокрытые богатства, относящиеся к сфере финансов? После этого мне пришло письмо о том, что моя собственность в центре Хьюстона освобождена от налогов. Мне было не смешно. Вернувшись из поездки, я решила выяснить, о чем идет речь. Оказалось, что мой отец оставил мне 2% земли в центре города Хьюстон. Представляете? Слава Богу! В этом году я смогла ее продать. Аллилуйя! Джоан, если я правильно вас понял, вы можете помолиться за наших зрителей. Так, пожалуйста, обратитесь прямо в камеру и помолитесь за них. Да-да, я люблю молиться за финансовый прорыв. Отец, я молюсь во имя Иисуса. Мы видели и слышали о чудесах, которые происходили в сфере финансов и в наших телах. Прямо сейчас во имя Иисуса я провозглашаю, чтобы то, чем я с вами делилась, передалось вам прямо через экран. Чтобы это стало заразительным, чтобы вы обрели откровение. Да, я заслуживаю того, чтобы быть благословенным. Бог желает меня благословить. И в пакет льгот от Бога войдет все, что приготовил для вас Господь. Отец, я благодарю Тебя, что Ты просветил очи их разумения, всего того, что Ты для них приготовил. Невероятный, сверхъестественный прорыв уже идет. Деньги, о которых вы даже не знали, высвобождаются во имя Иисуса. Повышение, новые назначения, поступления финансов из всевозможных источников. Поймите, это происходит со мной. У меня есть помазание провозглашать и посылать вам прорыв прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть придет прорыв. Джоан, когда люди говорят о процветании, будь то телесное исцеление, исцеление семьи, в сфере финансов, они никогда не говорят о святости и тайных грехах. Это основные препятствия, как вы говорите. Так объясните, чему они препятствуют?
Грех может отделить нас от Бога и от Его благословений, а также волнение. В 90-х годах я очень переживала о том, что сделает Бог. Разве Иисус не сказал «не заботьтесь ни о чем»? Верно, но что нужно сделать? Возложите все заботы на меня. Десятки мест Писания говорят нам не волноваться, но находясь в сложной ситуации, я переживала, смогу ли я финансово позаботиться о дочках, если не могу позаботиться даже о себе. Я переживала, я боялась. Страх противоположен вере. Переживания съедали меня и во многих других сферах. Я учу так: найдите корень того, что привело к болезни, что привело к бедности и нужде, что привело к проблемам в браке, что вызвало проблемы с пищеварением и так далее. Найдите корень. Это может быть травма, конечно же, грех, переживание, страх. Напоследок озвучу вам одну мысль. Эту мысль Бог дал Джоан Хантер. Поразмышляйте об этом. Победа — это ваш выбор. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В прошлом феврале на меня напали, у меня было сотрясение мозга, и я ощущал усталость. Сид помолился за высвобождение ангелов исцеления, и моя шея была исцелена. Сейчас мне 19, но я была спасена в 16, и ваша программа направляла и помогала мне расти в слове и сверхъестественном. Свидетельства, которые я слышала, вселяли в меня огромную веру и желание жить в святости и праведности. Если бы не это сверхъестественное, не думаю, что я была бы сейчас там, где я есть. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я доктор Кевин Зедай. Присоединяйтесь ко мне в программе «Это сверхъестественно». Я расскажу о том, как ангелы Бога приходят исполнить все, что записано о вас.